В детстве многие мальчишки и девчонки мечтают о море, о бескрайних просторах и безграничной свободе. Но какие сюрпризы может преподнести, казалось бы, безмятежная водная гладь? Об этом написал свое стихотворение московский писатель Асар Эпель. Его поэтическое произведение «Шторм» настолько понравилось руководителям детской студии театра «Святая крепость», что они решили взять его за основу будущей постановки. В роли режиссера выступила Татьяна Тушина. Заслуженная артистка России уже не в первый раз ставит детский спектакль. А ведь работа с юными актерами имеет свою специфику и требует особого таланта, отмечает Ольга Марчук, руководитель детской студии. Я хочу сказать отдельно о режиссере. С Татьяной Михайловной Тушиной нас связывает очень многолетняя совместная работа. И это ее пятая постановка с детьми. Я надеюсь, что у нас все еще впереди и будет складываться, потому что режиссер в детском театре – это большая-большая редкость. Для юных актеров спектакль «Шторм» стал дебютным. Дети, которые всего лишь второй год обучаются актерскому мастерству в детской студии театра, впервые вышли на большую сцену и выступили перед зрителями. Самому маленькому артисту едва исполнилось 7 лет. Очень важно заинтересовать ребенка, и это очень здорово, что ребятам это интересно действительно, что иногда они отвлекаются от своих телефонов и берут в руки куклу, надевают костюмы, учат текст. Для них это действительно, для детей, которым нравится театр, им это не в тягость, не сложно, им действительно это интересно. И эта театральная проба пера для начинающих актеров была не так проста, как может показаться на первый взгляд. Спектакль, рассчитанный на юного зрителя, не ограничивался песнями, танцами и талантливой декламацией заученных текстов. Не страшен нам шторм и шквал, ни почем нам девятый бал. В этой 20-минутной постановке, по мнению одного из участников спектакля, удалось передать все, что хотел сказать автор, режиссер и сами юные артисты. Этот спектакль именно о том, вот чтобы... что в морях бывают такие случаи, что попадешься в шторм, и тебя совсем укачает, так и неудобно будет. Совсем. Отметим, что детская студия при театре «Святая крепость» существует всего 3 года. Но и сейчас она пользуется большой популярностью в Выборге. И полный зал на премьере – прямое тому подтверждение. Александр Телегин, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город».